Дети города, все мы разные, но знакомо, наверное, каждому чувство светлого одиночества. Как в такие минуты хочется бросить важные дела, просто побродить чуть-чуть по дворикам знакомым, просто посмотреть на свет любимого окна, просто подышать весной немного возле дома, дома, где живут твои верные друзья. Мы меняемся, мир меняется, жизнь во двориках продолжается. Сердце ноет, но это правильно, значит, сердце не стало каменным. Сердцу нужно иногда просто побродить чуть-чуть по дворикам знакомым, просто посмотреть на свет любимого окна, просто подышать весной немного возле дома, дома, где живут твои верные друзья. Надь, ну что, я это, стол разложу и, да? Ну, тебе прям не терпится петь. Ну, ты же знаешь. Ну, смотри, до вечера времени сколько. Ну, у меня же... Петь, ну, знаю я. Слушай-ка, у нас стульев не хватит. Ну, как? Ну... Не хватит. Считай, сколько нас будет-то. Считай. Костя с семьей 3. Люда с Андреем и Дашкой 6. Таня с Тимофеем. Ну, Федька не будет за столом сидеть. И нас... 2. Итого 10. Ну? А у нас? Ну... Ну хорошо, я потом. Ну что-то. Ладно. Ну, я сейчас просто стол разложу, чтобы ты могла. Ладно. Понятно? Ладно. А потом. Иди, иди. Иди. Уйдите, прям. Здравствуй, Макси. Доброе утро. Кто это вот экран, Петрович? Парикмахерская. Я сегодня день рождения. Ну, тогда поздравляю вас. Спасибо. Я даже сейчас запишу, чтобы в следующем году вас точно поздравили. Ты что, такой молодой, и уже на память не надеешься? Нет. Эх, ты. Пожалуйста. Я тоже. Нет, пожалуйста, у вас сегодня день рождения. Действительно. А, ладно, пошли. Сонечка. Да? Ты где? Чай стынет. Ну, так и пейте его. Как? Так мы ж тебя ждем. Папуля. Ну, что за церемонии, право слово? Да. Каждый раз одно и то же. Да-да, церемонии. В нашем доме придерживаются традиции церемоний. Разве плохо, что мы утром все собираемся за этим столом, за утренним чаем, обсуждаем нашу жизнь? Ну? На производстве это называется планерка. Ой, планерка, как это грубо. Это на производстве, у нас не производство. У нас это называется утренний чай. Да. Кстати, у нас сегодня будет гость. Какой гость? Это поэтому вот это вот? Никто не видел мои очки. А, я это выберу, мам. Спасибо. Мой хороший знакомый, друг. Он хочет познакомиться и тоже может быть стать другом семьи. Что же это за хороший такой знакомый, если я про него ничего не знаю? Сонечка, милая, ну надо было предупредить хотя бы за неделю, но мы подготовились. Я умоляю, никакой подготовки. Мы просто придем попить чай и принесем тортик. Нет, миленькая моя, если человек придет знакомиться, то просто так это нельзя делать. Мы что, ему дадим воду с заваркой? Должен подумать, что нам все равно. Давайте прекратим все это. Если вы разведете этот официоз, мы вообще не придем. Что значит не придем? Не придем и все. Я должна его одобрить. Мама, мне не 16 лет. Ну, хватит. Ну, в самом деле, ну, давайте бабуля испечет свой фирменный пирог. Да. И все. Да, правда? Да, 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 да. Мама. Пирог, но если пирог, то нужно ставить и фамильный сервиз. Не из этих же чашек его поить, правда? Конечно. Насколько я понимаю, сервиз, он столовый, он не чайный. Детка моя,
Наша семья всегда принимала гостей вот этим сервизом. Его еще купил прадедушка. Так, давайте договоримся. Просто пирог и просто сервиз. Хорошо? Хорошо. Даете слово? Да. Хорошо, хорошо. Я пора. Хорошо. Мамуля. Пока. Здравствуйте. С днем рождения, Петр Иванович. Спасибо. Поздравляю, Настенька. Спасибо. Юля. Ой, спасибо. Замуж еще не вышла? Нет. Я тебе даю последний год. Имей в виду. Присаживайтесь, пожалуйста. Сдержимся, как в прошлый раз? Конечно. Ну что, Петр Иванович, как в прошлом году юбилей отметили? Замечательно. Дети подарками завалили. Мобильник мне чуть не втюхали. А что плохого-то? Нет, ну вот скажи мне, зачем не очень молодому человеку второй мобильный телефон, да еще дорогущий? Я вообще им говорю, не надо мне ваших этих дорогих подарков. Пришли, выпили немножко, закусили, пообщались. Вот и самое главное, вот и весь и день рождения, и спасибо. Правильно? Уважают вас дети. Да, что есть, то есть. Голову мыть будем? Вот пока будет что мыть, будем мыть. Пройдемте тогда. А вы что, обо всех клиентах знаете, когда у них день рождения? Да нет, это просто клиент особенный. Он в парикмахерскую раз в год приходит, в свой день рождения. А в остальное время? А в остальное время жена у него парикмахер. Здесь у меня в журналах психологические тесты. А? Брачный вопросник, а что? Это очень важно. Интересно, а зачем это тебе брачный вопросник? Ты три раза была замужем. Можно уже самой научиться разбираться в мужчинах. Три раза одни и те же грабли. Нет уж, я лучше по тестам. Если бы я раньше знала тесты, может быть, я не повторила своих ошибок. Вот оно, золото партии. Так, так. И сделаем так. Я беру этого друга семьи на себя. Вы зациклитесь на своем женском обаянии, и он обведет вас вокруг пальца. Ну, почему это обязательно обведет? Интересно. Молодой человек придет знакомиться. Почему? Сначала все знакомятся, а потом смотришь, жизнь пропала. Ой, ну перестань каркать. Ну что ты такое городишь, Ирина? А вдруг это судьба Сонина? Машенька, вы не мясо, оно должно спеть. Так, и пожалуйста, прошу мне не мешать. Как только я начну заниматься тестами, вы должны все незаметно покинуть помещение. Ну, например, у вас мясо пригорело. Боже мой, что ты такое говоришь? Как это у нас может пригореть мясо? Я к примеру, мам, я к примеру. Ну, например, молоко убежало. Боже мой, что ты говоришь? Мясо пригорело, молоко убежало. Интересно, что о нас подумает молодой человек? Ничего я передавать не буду. А вот он идет, сейчас сама ему все и скажешь. Сейчас. Надя. О, ну как хорош. Алло. Папочка, привет. Поздравляю с днем рождения. Желаю здоровья и счастья. Короче, когда приедете? Папуль, тут такое дело. Мы, наверное, не сможем приехать. Что значит не приедешь? Ты что, моя мать три дня готовилась. Пироги он там печет, а ты... Не приедешь? Или что случилось? Ну, тут Тимофей позвали нас. У него на работе корпоратив, все его с работы там будут. Ну, и у нас корпоратив, все наши будут. Ну, нет, там начальство будет. Надо, так сказать, показаться. Это его начальство. Тебе-то что показываться? Пап, ты ничего не понимаешь. Я завтра заеду, поздравлю, завезу подарок. Не нужны мне ваши подарочки. Пап, пока-пока. Happy birthday. Чего? Ну чего? Чевочка с хвостиком. Не приедет Танька. Она, видишь ли, завтра заскочит, подарочек завезет. Они мне нужны, их подарочки прямо. Вот собрались все. Посидели, песню спели, поговорили, пообщались. Вот подарочек. Вот и мы. Прошу любить и жаловать. Это Эдуард Ефимович. Полонский. Моя бабушка Мария Федоровна. Ох, глава, так сказать, нашего женского царства.
А, значит, царица. Чего? Ну, глава женского царства, значит, царица. Мама моя, это... Очень приятно. Октябрина Станиславовна. Вот. Ну и, собственно говоря... Ой, Маша. Это Машенька, моя дочь. Приятно очень. Приятно. Хорошо. Да, какое прекрасное семейство. Да. Столько прекрасных женщин, я просто в восторге. А вот и Сашенька. Сашенька, заходи. Да. Это моя младшая дочь Александра. Вот. Приятно. Здесь. Очень. Прошу. Очень приятно. Ну вот, все. Перезнакомились. Садитесь. Спасибо. Благодарю. А теперь выпьем. За знакомство. Ну и ладно. Без нее пройдемся. Петь, я что хочу тебе сказать? Да. Не она одна. Чего? Люда звонила, когда ты в парикмахерской был. Ну и что? Сказал, что к ним там какая-то делегация приехала, то ли из Индии, то ли из Китая, не знаю. Но она как технолог обязана им сказать все, рассказать, показать. Но сегодня же выходной. Ну, наверное, в Индии нет выходного. Она же в прошлый раз вот тут вот говорила: папочка, мы так рады, что тебе такая исполнится, что ты дожил до таких лет. Мы будем теперь собираться каждый год. Ну, ты же при тебе же был. Ты помнишь, говорила же. Ну, при мне, ну, говорила. Петь, ну, за столом. Ну, что не скажешь? Ну. Слушай, ну, а может, эти китайцы, ну, сколько им ходить там? Ну, час-два. А ко мне же можно в любое время. А-а-а. Передумала, небось. Спасибо, спасибо. Представляешь, тут звонили твои сестрички. Пап, я тебя очень плохо слышу. Я в аэропорту, наш рейс задерживают. Задерживают? А когда ж тебя ждать? Я даже не знаю, устал. Хочу сразу домой. Давай я на неделю заскочу, поздравлю. Алло, пап! Вообще-то я не пью. А кто пьет? Кто не пьет? Да. За творческую интеллигенцию. Вы же творческая интеллигенция? За творческую интеллигенцию. Царица? Машенька? Я Саша. Сашенька, Машенька. Соня? Соня. Соня у нас партизан? Она нам про вас ничего не рассказывала, но я уверена, что вы человек творческий. Да. Я руководитель и дирижер народного хора управления. Mm-hmm. Хотя по первому образованию я инженер. Инженер? Значит, можете лампочку винтить и песню спеть. Да. Выпили. Вы знаете, Эдуард Ефимович, в каком-то... В виде тоже хор. Но так уж получилось, что без дирижера. Да. Эдуард Ефимович, да. А вы почему ничего не ездите? Да. Вам нельзя жареного? У вас что, язва? Дружу. Вы знаете, мы такое вкусное приготовили мясо. Вы ешьте, ешьте, ешьте. Вкусно. Все очень вкусно. Только я много-то не ем. Ну, мужчина должен много есть. И жареного, и острого, и соленого, и пить. Да? Иначе откуда взять энергию? А вот энергию я черпаю из музыки и книг. Ну, оттуда много не начерпаешь. Как держать в руках молоток, если энергии физической ноль? Мама, почему же сразу ноль? Нет, я так абстрактно говорю. Я не применительно. Мама, извините. Да, пожалуйста. Бабуля? Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, Эдуард Федорович, а какую же музыку вы предпочитаете? Откуда черпаете? Да что ты расстраиваешься? Ну, что ты расстраиваешься? Ну, был бы юбилей, я понимаю. А так, ну что, в прошлом году вот, отмечали 70 лет. Все приехали, подарков надарили, сам говорил. Они в прошлом году все собрались, потому что Надька им полгода в уши жужжала про этот юбилей. А на самом-то деле им наплевать. Нет, приехали просто, чтобы не обиделся. Вот. Ну, Иван, ну хватит. Ты себя заводишь, накачиваешь. Я? Да меня девчонки-парикмахерши поздравили, а эти нет. Нет. Ну. Да если бы не мобильники, которые им обо всем напоминают, они бы и не вспомнили даже. Ну, что ты мутишь? Что ты мутишь? Ты у меня как этот вот черномор какой-то. Уже намутил так, что невозможно. Не-не-не, Серег, это другое поколение. Вот я отца ездил поздравлять в другой город. Нормально. А эти, их только хватило на то, чтобы отговорок напридумывать. Вот. У тебя праздник, Иваныч, у тебя праздник. Тебе радоваться надо. Чего ты? Чему? Я их вырастил. Воспитал, в люди вывел. Нам с самим с Надькой было, тяжело было. Но им, Костику, пальто. А я сам в тужурке похожу. Людочке, сапоги. А я себе ничего, я картонок на себе. Ну правильно, ну правильно. А ты как хотел? Ты как хотел? Чтобы у тебя сын в тужурке ходил, а ты в пальто, что ли? А дочь с картонками? Все. Мы все для детей делаем. Правильно. А как ты хотел? Хватит. Вы знаете, когда у отца день рождения? Знаем. Вот освободите время заранее. Неужели трудно на 2 часа заехать? Они что, на Аляске живут? Иваныч, я за тебя. Ты, знаешь что, вот, короче говоря, тебе до 100, а потом еще до 100 на второй круг. Нет. Давай. Нет, нет, вот этого не надо. И так-то не уважают. А тут... Небось, ждут, не дождутся. Не дождетесь! Зачем ты постоянно подливаешь Эдуарду? Ну, что значит подливаешь? Мы сидим. Мама, посмотри на меня. Мам, я тебя знаю. Соня? Да? Тортики кушать. Они все хорошие. Для того, чтобы мужчину узнать, его нужно напоить. Что? Он не пьющий, ты понимаешь это или не понимаешь? Замяски. Ну, почему без этого замяски? Если мужчина не пьет, значит, он вообще не мужчина. Господи. Мама, может быть, хотя бы один раз не так, как ты думаешь, а как-то по-другому. Может быть, хоть один раз? Нет, Соня. Нет, я долго живу на этом свете. Я знаю все, я видела все. Я не хочу, Соня, чтобы твой второй брак был похож на мой второй. Душа. Поэтому я не хотела его сюда приводить. Ну, Соня, все. Все. Ну, собрались. А вот и мы. На кухне убежало молоко. Оно же не стоит на... Да? Ну там определенно что-то подгорает. Да, 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 да. Мам. Здравствуйте. Здравствуйте. Сушка. Пойдем, 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 пойдем. Прошу прощения. Там молоко убежало.
Скажите, пожалуйста, Эдуард Ефимович, что у вас, ну, что вам больше нравится? Синий треугольник или зеленый овал? Говорите, не думая. Вот первое, что в голову взбредет. Хороший вопрос. Октябрина Станиславовна? Станиславовна. Надо подумать. Выпьем. Выпьем. Вернулся. Петь, ну сядь хоть пирожка попробуй. Удались как никогда. Да кто б сомневался. Жалко, что наши не приехали. Не понравится. Где ты вообще его откопала? Так. Тише. Мама, он тебе правда нравится? Может, у него таких, как ты, вообще в каждом квартале? Может, у него жена и дети? Тише. Ты знаешь? Нет, у него жена. Он не жена. Он не женат. Он тоже живет с мамой. В центре, в однокомнатной квартире. Богатый? Ну, знакомы мы с ним почти месяц. Водил в ресторан днем и вечером. Знаешь, богат? Богатый. Вот. Поэтому я иногда задерживалась. Еще он водил меня на репетицию своего хора. Хора? Да. Да, но... Совочка, ну не обаял. Ну пока не обаял. Мам, харизмы нет. А потом, Сонечка, мужчина, который до 50 лет живет со своей мамой, боюсь, что ничего хорошего не выйдет. Да-да. Нет, конечно, если он тебе нравится, это самое главное. Хотя не знаю. Софья. Так, осторожно. Так, стоп. Держаться. Вы божьи. Держаться. Слушайте, а вот как вам вообще тут все вместе? Нет? Не тесно? Нормально. А это же ужасно. Жить такой толпой. Эдуард, пойдемте. Пардон, да. Нет, Сонечка, а впрочем, ничего. Девочки скоро замуж выскочат, да? Одна комната освободится. И потом все могут быть печальные обстоятельства. Ну, и вот мебель у вас, конечно, это вот... А, или выбросить, все. Нет, стоп. У меня есть знакомый ресторан. Вот да. Как раз вашего... Замечательно. Вот. Пойдемте, вам пора. Кстати, вам подойдет. Отлично, вам пора. Сучка, и потом, запомни, мужчине не пить нельзя. Вам пора. Так, а как же я это... А ну? До свидания. Оп. Осторожнее на ступени. Соня, надо искать другого. Как твои тесты? А потому что мы ничего. А так человек дрянь. Ну так а чего нос-то вешать? Разве нам плохо впятером? Тихо, спокойно. И главное, никто не дирижирует. И могилу никто не укладывает. Ну, простите меня. Сонечка, да мало ли что бывает, детка моя.
Петь, ты что, гостей, что ли, ждешь? Пойдем спать. Во второй час уже никто не приедет. Да никого я не жду, ждать еще. Танюшка завтра заскучит, а Люд на неделю заедет. Да мне все равно. Пусть хоть вообще не приезжают. Вот только пусть попробуют приехать. Нет у меня больше детей. Вот с этого самого дня нету. Петя, ты что такое говоришь-то? Как у тебя язык-то поворачивает? Не дети они мне. И все на этом.